Привет, друзья! Давайте сегодня разберем очень полезный фразовый глагол to run out of something. При помощи него мы говорим, что что-то заканчивается, истощается, запасы подходят к концу. Например, очень популярна фраза I'm running out of time, что значит у меня мало времени, у меня заканчивается время. He's running out of patience, его терпение на исходе. Как видите, в этих двух предложениях мы употребили длительное время, так как говорим о том, что происходит сейчас, в настоящий момент. Если мы употребим глагол to run out of something в простом времени, simple, это будет значить, что у нас что-то заканчивается постоянно, и при этом нужно указать на постоянство. Например, we run out of money every time we go on vacation. У нас заканчиваются деньги каждый раз, когда мы едем в отпуск. История происходит постоянно. Мы тратим много денег в отпуске, и они все время заканчиваются. Также глагол может употребляться и в других временах, например, в простом прошедшем. I ran out of ideas. У меня закончились идеи. Или в present perfect. She has run out of food. У нее закончилась еда. Давайте рассмотрим несколько заголовков с сайта BBC News. Статья о том, что в Австралии заканчиваются апельсины, из которых делают сок. Is Australia running out of oranges? В Австралии заканчиваются апельсины? Статья о том, что согласно социологическому опросу, около половины шотландцев испытывают финансовые затруднения и живут от зарплаты до зарплаты. Half of Scots have run out of money before payday. У половины шотландцев закончились деньги перед днем зарплаты. Статья о дайвере, застрявшем на двое суток в подводной пещере с ограниченным запасом кислорода. 2 days in an underwater cave running out of oxygen. 2 дня в подводной пещере, когда кислород на исходе. Статья о том, что в авиакомпании закончились финансовые средства. South African Airways has run out of money and is teetering on the edge of bankruptcy. У авиакомпании Южноафриканские авиалинии закончились деньги, и она балансирует на грани банкротства. Надеюсь, этот урок помог вам пополнить арсенал интересных слов и выражений на английском языке. Если вам было интересно, ставим палец вверх и подписываемся на канал. Все полезные ресурсы и ссылки находятся в описании под этим видео. С вами был Кирилл. Спасибо, что остаетесь со мной.